Зовут меня Андрей Николаевич, позывной мой Серый. Я из водоуправления минометной батареи. Радистов нету единого управления, то есть у них воевать между собой это обычное дело. Оплот, Восток, они не дружат, друг по другу стреляют. Оплот стреляет по Востоку, Восток вызывает российских артиллеристов, они стреляют по Оплоту, потом они вместе стреляют по нам, то есть это... Расскажите, что было на Новый год в Авдеевке? В Авдеевке, там, собственно, ничего такого сильно нарядного не было, у нас достаточно тихо было, это в Песках, я знаю, была стрельба, были танки, было, привлекли Курков, ну, в смысле, разведывательные диверсионные группы. Но там достаточно, как бы получилось, просто позиционный бой большой интенсивности, когда дистанция между войсками была очень небольшая, поэтому там могло по-всякому повернуться. У нас достаточно спокойно было. Так вот, стрелять друг по другу у них так же нормально, как по нам, поэтому... Сказать однозначно, что, допустим, со стороны Авдеевки, где нету артиллерии, прилетело в Донецк, это сказка просто чистой воды. Зато на Спартаке, который стоит с того же самого направления, может прилететь запросто. Ну как-то так. В Спартаке стоят сепаратисты. Конечно. Покажите, где вы засекли в Донецке? Промзоны. Промзоны – это любимое место, где у них оборудованы огневые, находятся укрытия, готова уже там кухня, там питание, место для отдыха, судя по всему, то есть вот так вот. Всегда рядом промзона, конкретное место, извините, я не покажу, но то есть всегда есть рядом промзона, есть место, где они могут укрыться. Вы сказали о присутствии русских специалистов. Как вы определяете, что это русские военные? Ну, скажем так. В общем, московский акцент ни с чем не спутаешь, ребята. В общем, про защитников Донбасса говоря, взмонт, выдвиньтесь вправо, займите круговую оборону. Вы, ребята, наверное, шутите. Вы говорили о профессиональности команд во время корректировки. Да. Хорошо подготовленные, хорошо, видимо, и оплачиваемые. Очень профессионально поставлена служба внутренняя. Правильно поставлен радиообмен. Ну, то есть, как бы, профессионал. Академия. Военный. Как минимум. Академия, как минимум, да, за спиной.